Уважаемые пассажиры, вас приветствует Пермская пригородная компания. В нашем поезде запрещается употреблять спиртные напитки, курить, транспорт кран в случае, когда отсутствует угроза жизни и здоровья пассажиров. Желаем вам приятного пути. Уважаемые пассажиры, цель спасения действия распространения новой коронавирусной инфекции убедительно просим вас. На всем путешествовании в поезде соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров от других пассажиров и находиться в защитных масках. Берегите себя и своих близких.